Вы знаете, вот есть существа, которые не играют, но всегда привлекают внимание. Вот, вы же знаете, считаете, что животное невозможно. Ух ты! По-моему, я видел ее уже, нет? Так? Да, как надо держать? Вот так? Угу. Не знаю, справлюсь ли я. Она еще и... Вам приходилось когда-нибудь вот так держать? Нет. Кого-нибудь, нет. Чтобы... Кошки... А животные вообще есть? Собаки, да. Кошки не мой зверек. Угу. Мне как-то с детства не везло. У меня всегда коты, котята были агрессивные, сами по себе. И мне это как-то... Теперь мне это не нравится. У меня был безумно злой кот, порода абиссинец. Он шипел, как в фильме «Чужие», чудовище шипит, поэтому... Мама купила? Нет, я купил. Да, это в каком возрасте? Да это недавно было, относительно. А, недавно, там, да? 10, то есть это мы не про детский период, наверное, говорим. А почему вдруг такое возникло? Знаете, я знаю, что у людей, как мне один товарищ рассказал, мы подразделяемся. Кто-то управляет котами, а над кем-то коты управляют. Это правда. И наоборот, кто-то собаками управляет, и кто-то не может. Угу. Вот я с собаками могу делать все, что угодно, неважно. Она огромная, маленькая, а вот коты нет, не мой зверек. Угу. Понятно. Но нам надо ее пропиарить, чтобы у нее вот кто-то нашелся. Я думаю, что она... Согласитесь, что красивое при этом животное, да? Да, но такая... Несчастно запуганная. Ну, у нее стресс, представляете, что такое вот здесь оказаться, когда здесь 10 камер, новые запахи какие-то. Это же не то же самое, что выходить на сцену у нас тысячный был. Раз. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».